Бля, Гэн там еще сильно доебался до меня СВС. Один. Очень интересный персонаж. Я ему бил по 200. Критовал даблшотом по 500. Нормально вообще? Всего этого чера? Нихуя себе. Ему пизда или нормально? Нет, вроде нормально. Пока забил на донат. На днях только я открывал 10 паков, да? Набор покупал на бусты, понял. Блин, я вот я бы пооткрывал эти паки с кайфом, но там же нихуя тебе за Адену не выпадет. Типа точеный пух, я даже не рассматриваю то, что выпадет, там шанс супер милипизерный. А так ты то, что открываешь, там уже только юзли всякая хуйня падает, которая не даст тебе Адены. Урод. А сколько стоит, допустим, аккаунт, который тебе упало? Да? Нихуя, в каком плане? Вот там лям, допустим. Лям в 5-10. Ну, блин, это не ноль. Все-таки. Да хоть что-то. Рахнут так же. Поебать. Сырка она. Не понял нахуй. Какая сентря, зачем? За что? Пожалуйста, убить, хорошо. Ой, хорошо-то как. Ой, чётенько. Блять, я баунти. Ихнюю хоть возьму. Спасибо за подписку, ну-ка. Take my heal, please. Лол. Thank you, my friend. Ган, а что там еще вообще падает такое нормальное? Или это нихуя больше там не падает? Пуха плюс 16, кайф. А, ну там обычные вроде пухи еще могут выпасть. Но на обычный типа тоже шанс супер милипизерный. Че тебе примерно выпало за 10 паков? Примерно нихуя яка, понял. Прикольно. Кстати, если бы он спрятал этого чела, мы бы, может, и скрыли даже. На Оракле. О, тут стоит священный трек. Сука, на топе еще. Лоу. Can we pressure him? Тоби пизда. Ну вот в этом мне не нравятся эти кейсы. Типа ты там точишь пухи, тебе хотя бы кристаллы падают, ты адену получаешь. За паки ты нихуя не получаешь. Пай, бусты, а какие там бусты? Какие там дают бусты? Там же писов щит полный дают, не? Булл щит, я даже сказал.
Какие сахи шить банки? Ну так это полная хуйня. По-моему. За 500 рублей стоит пак. Банки сахи. За 500 рублей банки сахи они могут в очко себя сунуть. А, ты на БХ можешь идти вниз против 4-го лева могу стоять. И оставить ШД соло линию, он будет 600 получать. Не вид? В смысле не вид? Часы которые? Только и бей его, у него 4-й левел, не давай ему бить. Я, блядь. Всем прям очень плохо. Мне вчера это, Ген, за Риволс пришло. По пубгу. Я думаю, немного это. Попытать удачу. Как тебе идея? Хуёвая, да? Тоже так кажется. А ты, Ген, шахматы... Бля, что-то... Ты на БХ топая. Подзалип уже. Ты можешь ёбнуть и всех тут. По поводу ёбнуть это вряд ли. Ой, ёбнул Аки. Ты чё, сука? Баунти, вот он. Блять, вот урод. My blades grow thirsty. I was meant to have this. Over there. Чё-то запизделся уже в доту, не играю. После этой точно надо это. Закрывать эту игру. Город меняет, город меняет, пал. Чё, скринок возьмешь? Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. Парни, все так вот, все так вот, заходите. Мы не убьем так. Трек. Битрейт, да, Шисько? Было бы 8, если бы не тянул. Оди, Оди, what can kill someone there, Оди? Блять, ну конечно у вас а, есть да, ебучие досты. Ну, размен меня на этих двух, это нормально. Просто подумал, там снизу Пизделова два врага. Наверное, там же Тима. А нет. Можно подраться, можно подраться, там нет героев. Пойдемте, пойдемте сюда. Став бэшный, плюс 16 200 300 будет стоить, я думаю, больше. Почти уверен, что больше. Блять, идиот на УД. Просто идиот, блядь. Блядь, нужны кнопки. Ну, блядь, этот такой же, походу. Бэк, бэк, там мы рефнули с Оракула и пугнул. Пол ляма уже ближе к истине.
Там у позиции 3 просто 8 левел, у них, блять, один хор просто выпал из игры. Они никак эту игру не выиграют. Иди мидфрами. Минут 10. Бля, мне не нужен на самом деле. Вон. Там много фарма. Мне БКБ нужно на БХ. Он просто запугнет по драке М нажимать и выключать ее из игры. Окей. Похуй, даже думать, что надо. Чел на дровке мне советуют, что купить. Давай пултавр заберем. Поебать. Или я его подефал, эту тир 2 вышку. Я не знаю, какой парни. Если он подефал бы, то я подефал бы. Давайте подефим мне. Нет, даже оба 16. Не тэпаются, не тэпаются. Нормально стоило бы. Сверху. Парни, не делитесь там, не делитесь там, я тэпнулся, а типа да, вот, get back, guys, don't fight. Ну, там шансы падения ТБшной пухи, я что-то не помню, сколько там, 0.02 говорили процента. У них нет обжектива, чтобы там забирать, все, что они могут, это пойти на вас вот здесь драться, они ничего не фармят. Просто бегают. 17 эмик, 16 бок. Подойдите. Свапнуть. Лямов 400, наверное. Дерев миге по наглости, да? А покажи хорошая драка в миге, подойди на дрофа в миге. Оу. Напугну, садись на бота. Варшана, Варшана, резко, резко, Варшана. Кончина, братан. Вот здесь пугна. За 700 продают 17 эмик. За 700 чего? 700 карбасов? Это неадекватная цена абсолютно. Как, пугну, пугну, пугну. Блять, как же считаю врагов? Рачков. Гобэк, 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 гобэк. Нам не надо это делать. Нам похуй на Варшану. 700 кака? А, понял. Ну ты не приделаешь, там очень дорого, 400 лямов. 400 лямов это дорого очень. Это того не стоит. У нас огромный перфарм сейчас, мы выиграем на драку, игра закончится. Пытаться с ними. Рошана пиздить, пошли. Раков в миде был. Я же свана файт у нас. 700 гривен? 700 гривен это нормально. Пайт вызвался мне. В центре есть медиа. О, убейте, убейте, килл, килл, килл. Ой, блядь. Ой, блядь. О, хорошая драка, хорошая драка. У меня позиционка. А, там все. Возьми их, ну. Ломаю шмотки. Это В на кухне? Ты пытаешься. В смысле замутил? Мне говорят, что делает, я делаю это. Все максимально просто. И мы выигрываем. Максимально просто. Даже думать не надо. Кто на дровке вообще топ 50 чел какой-то? Берег все. Ты гейб оп. Кстати, чел вторую игру подряд против дровки играет. Ебать, у него, наверное, горит там. И ЛТВ опять с ним, он небось ноет там. Типа опять ебучая дровка. Это ТМК.
Сундучки, да можно потестить, можно открыть.